Нижний Новгород на 2 дня превратился в мекку легкой атлетики. В столице Приволжья прошли сразу несколько крупных событий. Старт легкоатлетическому празднику дали на стадионе «Динамо». Там прошли 2-е мининские школьные эстафеты. Небесная канцелярия проверила на прочность участников соревнований проливным дождем. Школьники из всех 35 команд проверку прошли. Никакая погода нас не испугает, поскольку мы видим, что сегодня собрались настоящие любители легкой атлетики. И очень приятно, что 2-е соревнования мининской школьной эстафеты сегодня собрала участников не только города Нижнего Новгорода, но и откликнулись сборные команд школы Нижегородской области. Я, когда ехал, сомневался, думал, наверное, мало будет команд. А смотрите, сколько, а главное, сколько огня, сколько задора. Не меньше легкоатлетического задора наблюдалось и на площади Минина. Там прошел уже 87-й пробег на призы газеты «Нижегородская правда». Школьники и студенты, учащиеся техникумов, профессиональных училий, колледжей, воспитанники ДЮСШ, ДЮС и СДЮШОР, сельские коллективы и сборные городов области. Более 2 часов боролись за главные призы, которых традиционно было очень много. Отдельный интерес, как обычно, вызвал нулевой забег. И здесь, как и каждый год, отличились представители спортклуба «Нижегородец». У женщин лучшей стала Ольга Ермилова, а вот среди мужчин победу уже 2-й раз подряд праздновал Александр Абрамов из выксунского клуба «Металлург». Григорий Жигин, Василий Низов и Алексей Калякин. Объективно спорт, ННТВ.